Здравствуйте, я хотел бы узнать, где мой сын. Жодина его в списках нету, здесь его в списках нету. Еременко. Да. Ад раніцы да вечара каля сценаў акрэсіна стаяць людзі. Хтосьці падыходзіць у надзеі знайсці сваіх дзяцей і сяброў, хтосьці нясе перадачы затрыманым 19 снежня. Гэты мужчына толькі што знайшоў у спісах свайго зяця і цяпер рыхтуе яму перадачу. Аднак сам ён на плошчы не хадзіў і ставіцца да яе скептычна. Нет, категорически против таких вещей. Почему? Потому что это не метод решения проблем. Площадь. Мужчина говорит. Понимаете? Напоили, дали по каких-то по пятерке. Вы там были? Треба работать. Вы там были? Там не было ни одного. Вы видели там пьяных? А вы посмотрите, по что. Где посмотрите? Как бьют окна какие. Кто бьет окна? Пять человек, кто там бил, все были с красными курочками. И никто их не хватал, а хватали тех, кто мирно стоял. Есть рыши, якія не укладаются в голове, прихильники Лукашенки ля стена Крестина с передачами. Гэтая женщина верит, что удельники площади были подкупленные и одурманенные, а ее знакомая выпадково проходила побач и ни в чем не виноватая. Надо было сидеть ей дома, вот чего я вам скажу. А вы лично нормально, что хапаете просто любых людей? Не хапают. Хорошо, вы кажется, что... Надо, вот если бы она не пошла туда, в эту кучу, как говорится, даже и поглазеть, так она всю туда бы не попала. Трапно зауважали люди с чарги. Легко судить удельников акции, коли бачил тыя подеи только по телебашенню. Однак тыя, кто присутнішали на площади, свечать. Люди вышли на улицы Минска не биться с милицией, не захопливать будинки. Люди шли на мирную демонстрацию. Я дошла до Октябрьской площади в колонне. Люди были культурные, интеллигентные. Я не слышала матов там, ничего. И пришли на площадь, когда... Тоже все было хорошо и спокойно. От обмеркования у подея площади люди переходили на особы и разважали про неоправданные надеи. Я считаю, что не было лидера, который Кляева, бы защитил. Не Кляева, может быть, по-другому? Ну, я так не увидела, может быть. Я считаю, на эту площадь ходить не надо было. Помеж собой люди у чарзе обмярковывали не только перажитое 19 снежня, але и будущую. Усе спробуют знайсти отказ, что робить далей, як змагаться за право на свободу. Бороться дальше, естественно. Потому что сейчас, по-моему, уже наша диктатура становится еще диктатурнее, если так можно сказать. Сейчас у нас уже так завинтили гайки. Вообще... Арестовали почти всю верхушку. Практически оставили людей без лидеров. Поэтому нужны новые лидеры. Все равно нужно продолжать борьбу, потому что нельзя жить в Северной Корее. Здравствуйте. Для некоторых сёлетнія затрыманні были шоком и первым знакомством за Крестина. Для інших процесс передачи речи узнаёму уже с 2006 года. Только сёлета сумки не такие великие. На жаль, ежу гэтым разом передавать нельга. Значит, продукты питания для административно задержанных не принимаются, так как они обеспечивают четырехразовым горячим питанием. Большасть верит, их дети сидят за кратами недаремно. Еще придет час переменов. Але сегодня основное питание, чем и як допомагать затриманным 19 снежня. Мы шукаем усіх 639 тих, што учора назваў Лукашэнка, таму што на сёння спісы на нашай ніве і на вісне, і ў нас яны толькі аднаўляюцца кожную практычна хвіліну. Таму шукаем людзей, каб проста дапамагаць ім, і зараз спраўджаем спісы з тымі, што ёсць. Беларусаў часта лічаць абыякавымі, але зараз не той час. Мы мусім быць салідарнымі. Настасія Шамрэй, Таціана Гаврыльчык для НН Відэа, Мінск.